Давайте продолжим пиратам. Так, и мы даже как раз на корабле где-то пиратском. Гномики есть тут? Так, сундук есть. Ох ты. Так, гномиков я тут не вижу. А, так я к самому пирату пришел. К самому пирату и пришел. Пират пришел к пирату. Нормально. Давай посмотрим, что он хочет от нас. Так, тоже три задания. Читать не буду, в принципе. Опять что-то сделать туда-сюда. Всякая ерунда. Сейчас пиратом повоюем. Давай попугайчика запустим. Че, никого нет сразу? Не, вон кто-то есть. Вот это непонятно что. Ладно. Пойдем так. Так, что тебе помочь? О, убить кого-то надо. Пойдем убьем кого-нибудь. Роза у нас какая-то. Ох ты, меня в козла превратила. Ох ты, овца, блин, а. Так, здоровья маловато, конечно. Пирата. Кстати, а наверх может запрыгнуть пират? Я кем запрыгивал тогда? Ну, не пиратом вроде. Кем-то я запрыгивал. Так, забрали. Все выполнено. Комплект. А, что-то сюда. А, дальше. Собирать дальше вещи. Или не вещи, что там собирать. Что-то собирать. Убил их? Так, ты меня лечишь, отлично. Это радует.
Давай, давай, лечи, лечи меня. Да, пиратам тоже сложновато, тяжеловато, мало здоровья у меня. Че, опять что ли? Опять туалет что ли? А, все. Все собрали? Так, следующий 7500, уже посерьезней. Уже посерьезней там будет. Да, за Артени вроде как-то полегче было. Тут я вообще помираю, мне не справиться никак. Иной раз. Ну, сложно, точнее, справляюсь, но все равно сложно. С Артени вроде как-то вроде полегче было. Попроще. Так, давай с тобой продолжим. Блять. О, отлично, с помощниками. Так, кого мы? Профессора возьмем обязательно, двух профессоров. И кого еще возьмем? А давай пирата возьмем. Будем кого ставить или так справимся? А кто у меня аптечка была? Вот это вроде, да? Да, вот аптечка пускай будет, одна, вторая. Аптечка пускай будет. Ну давай еще кто-нибудь поставим. И сюда еще кого-нибудь поставим. Кто пока эффективный, я не знаю. Откуда они идут? Идут? Что там, идешь, не идешь? Так,
Так, тут у меня аптечку поломали. Так, ладно, давай без аптечки тогда. Здесь аптечка целая, там целая, тут целый робот. Так, откуда идут? О, оттуда идут. Нормально. Так, у меня аптечка тут умерла. Давай, лечите, лечите. Кого-то, где ты? Ну, а. Кристалл у нас 250 монет дает, что ли? Получается. Давай, где еще враги? Так, все живы, все живы. Так, откуда идут? О, вижу. Какие-то тыквы. Да я не попадаю даже. Блин, нет бы разрывных хоть были, не попадает, нифига я тебе. А у меня здоровье-то... А, попугай, ладно. Где у нас эти? Давай, иди сюда. Так, ну что, ты все, не все? Все. Так, пойдем дальше. Так, а если поменяем еще кого-нибудь? Вот этот мне понравился вроде, да? Давай. ЛБ, а чё? А тут смотреть можно, во как. Да, тут смотреть даже можно. Давай возьмем его. Он тоже интересный такой. Yeah.
Так, куда нам идти? Кстати, у меня 3 звезды, получается, есть, да? Я что-то получил, что-то сделал. Это нормально, нормально так. Так, так здоровья мало. Да, у него здоровья было немало. Изначально. Так, на это нет. Вот это мне интересно, что это такое. А вот звезды на это накопить. Пора, а эти появились. Так, что они дают? Еще есть? Давайте пройдем. Тут же наверху еще было. О, да. Жемчужина. Так, стрельба у нас какая-то, да? Монетку берешь, что ли? Куда дальше? 2 из 10. Что-то у меня там. Бочки. Короче, мне бочки нужны. Это не та бочка. Так, отвалить от меня. Да, слава облаков-то быстрого. Убили. О, вижу бочку. Большие монеты нужны мне. Мне нужны большие монеты. Вот, 5-я. Так, это закрытый. А время-то время. Блин. Так, вижу бочку одну, вижу. Так, и время прибавляет монета. Монета время прибавляет. Быстрее, быстрее, быстрее. Mm-hmm.
большая. Семь монет. Что-то здесь я вроде слышал. О, вижу, вижу. Восемь. Да, на аккаунте, чтобы быстро перемещался. Наверху вижу он бочки. Только я же не достану туда. А, вот, вот, тут достану. Так, одну. Одну монету, 20 секунд. Есть, забрал я. Все. Фу. Хорош. Меня еще убили, да? Ты должна, она была отдать ему. Наверное, да? Не, все, прошел. Так, где сундук мой? Да, здоровья вот у него мало, конечно. Это маленькие писюльки. Здоровья маловато. Здоровье прибавить. А так прикольно вообще, чё. Про этого я так и забыл, да. Ракетный удар можно вызвать. Нормально, Робокоп-то вообще такой четкий. Кстати, вот в этом надо что-то мне сделать, да? Я, кстати, ни разу не воспользовался ничем. Ладно, продолжим.